Впереди новый учебный год, а это уроки, домашние задания, учебники и тетрадки. Вот ребята и собрались для того, чтобы поиграть, побегать, попрыгать, а потом с новыми силами приступить к учебе. Сотрудники Центра культуры и молодежной политики организовали для юных десногорцев развлекательную программу. Буратино и Мальвина в игровой форме подготовили детей к школе. Сказочные герои загадывали загадки, играли с детьми в различные игры, провели тематические конкурсы и, конечно же, закончили выступление раздачей сладких подарков. Интересные мероприятия подготовили и сотрудники муниципальных учреждений. Детская художественная школа представила творческую выставку «Уголок малой родины». Организаторы подарили малышам возможность проявить свои способности в изобразительном искусстве. А городская библиотека провела тематическую акцию, познакомив десногорцев с интересной детской литературой. Все гости праздника получили заряд бодрости и хорошего настроения на новый учебный год. Хочу, чтобы вот это вот доброе, веселое настроение и ваш позитивный задор прошел с вами в течение всего учебного года. В завершении праздничного мероприятия состоялась торжественная церемония награждения. Заместитель главы города Александр Новиков и председатель комитета по образованию Татьяна Токарева вручили благодарственные письма и ценные подарки школьникам, которые добились определенных успехов в прошлом учебном году. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.